That's a good excuse. Все, Тринка не уходит, ей понравилась церковь. Она тут разрисовывает. Чашек заснул, сейчас спит у меня плеча. Нам выдали бесплатные донаты и бейгл. Мы закончили с церковью. И мама мне прислала смс, что она сварила борщ и сделала вареники. Так что я сейчас заеду к ней, заберу тормозок. Также Дэнни обещал Скарлетт уже пару дней, что они пойдут в ресторан. Так что мы, наверное, идем в ресторан, ну, за такой простой ресторан, где проще идти с детьми. Ничего такого фэнси-шмэнси. Ну, короче, я его показывала несколько раз. Там они вечно едят эти макароны с сыром, курочку, а я ем жареные грибы. Малыш заснул в яслях. Пока мы забирали девчонок, он успел проснуться. Сейчас ест пончик. Бабушка с тормозочками. Окей, спасибо, бабушка. У нас тут и борщик, и вареночки. Мы пока есть не будем, идем в ресторан, так что не спрашивай, как были. Окей, пока. Такая одежда, что прям вообще. Главное, что это купальник, это ребенок оделся. И вот. Кто это? Come on. It's welcome to students. Мы сегодня 18 месяцев. Careful. Сейчас вокруг ресторана гуляю с Джашком, потому что у него терпения уже не хватает, он уже все разрисовал. Мои грибы принесли сразу, я уже поела. А ихняя еда до сих пор идет. И он уже все. У него уже включился мотор, включился. Ему надо идти в разведку. Так что мы пошли в разведку. Так, я сейчас с нашими девчонками, Скарлетт и Тринити, едем в школу. Чашек заснул, мы после ресторана пошли домой, и я его уложила спать. Анжелика с ресторана на своей машине, она туда ехала, она сразу поехала к Рике, они там будут делать домашку, и потом едут в ресторан к матери Рикиной на день рождения. В общем, почему я еду в школу? У нас около школы есть такая площадка, и, ну, как парк, павильон, и родители детей из киндергартена собираются, типа, как на пикник, хотя у нас там все мокро сейчас. Я, честно говоря, уже хотела не идти, а Дэнни говорит, ну, ты хоть пойди с ней, пусть она побегает, там, познакомься с родителями, а говорит, а я посижу дома, пока малой спит. В общем, решили все-таки выйти, ну, и Скарлетт заодно тоже взяли. Едем. Здесь продают стаканчики со льдом опять. Так что мы идем на пикник туда. Общалась тут. Скарлетт уже с кем-то общается. Тринка побежала на площадку. Она уже съела свой лед. С друзьями пообщалась и побежала навертывать. Такая она, блин, болтушка. Никого не стесняется.
красиво. Тут просторно. Хорошая погода. Вот это гол как раз для нашей Тринки. Не очень высокий. Специально сделали для малышни. Я так смотрю на нее, она такая коротенькая по сравнению с другими детками. Ну, ничего. Дюймовочка. Я села под деревом, пока там девчонки гуляют. Мне здесь хорошо. Ветерок дует, и девчонок видно. Хотела ответить на вопрос про мою розу из картошки, которая расти должна. Я забыла вчера ответить. В общем, говорю, ни фигушки у меня не получилось с этой картошкой, с этой розой. Роза обросла мохом, и, в общем, мы ее выкинули. Так что на Фейсбуке это выглядело так легко, так завораживающе. Так мне прям это самое захотелось попробовать. Но реальная жизнь — это не Facebook, и у меня явно нету навыков на это, чтобы делать. Мне явно надо посмотреть не односекундные видео, а по несколько минут с разъяснениями, потому что просто так оно у меня не пойдет. Не вырастила я розу. Так что да. Скарлетт рисует мелком с подушками. Тринити уже мы катались, а на качели, теперь на площадке где-то. Ой, Скарлетт тут бесится. Тринка, ой-ой-ой-ой, чуть со сцены не свалилась за мячиком. В общем, они тут на сцене гуляют, непонятно, что за спор. В общем, веселятся. Все-таки хорошо, что мы пришли, дети хоть свежим воздухом подышали, с детьми поигрались, довольные, как слоник. Ай, моя трелялька. Молодец, баскетболистка моя, коротенькая. Так классно здесь все сделано. Когда будет уже... Хотелось сказать, когда будет осень. Хотя уже, по идее, даже в Америке, по американскому календарю уже осень. Здесь могут жечь костер, чтобы запекать зефир. Здесь обычно делают у нас осенний фестиваль. Вот тут поле для футбола американского. Баскетбол. Это все сделано на деньги нашей церкви. Ну, то есть на деньги прихожан. На наши деньги. Для нас. Чтобы мы могли тоже получать удовольствие от этого места. А также приглашать гостей. Людей и тоже получать удовольствие от этой территории. До этого это просто было поле, брошенное, заросшее поле. И вот так преобразили. Много всего для детей. Здесь я вам показывала, мы летом иногда фильмы смотрим. В общем, очень классно. Кто самый последний на площадке, не хочет уходить? Обезьяна Скарлетт. Еще одна обезьяна. Все уже разошлись. Все. Пошли. Пошли. А. Да, я заметила, что это твое любимое дело. Ну, короче, обезьяна, обезьяна. В общем, отлично мы время провели. Я пообщалась также с бывшими учителями, но в данный момент родителями. Было, в общем, интересно пообщаться с ними уже с другой стороны, знаете, как с родительской стороны, они просто вот учитель-родитель. И многое вспоминали, потому что они знают моих старших девчонок, знаете, Анжелика уже закончила школу, бла-бла-бла. Так что Анжелике и Джульетте куча привета. И было интересно посмотреть, как вот Тринити общается. Я знаю, что Скарлетт общительная, она находит друзей везде. И Тринити у меня тоже палец ей в рот не ложи. Очень такая болтуха и жирная, и вообще. Так что да, хорошо, что они организовали. У нас сейчас вот в школе и в церкви пытаются делать больше таких вот маленьких мероприятий, где не вся большая церковь собирается, а именно маленькими группами, чтобы мы могли быть ближе друг к другу. Эта община, чтобы была ближе друг к другу, и
И да, в общем, чтобы отношения росли, это хорошо, это явно хорошо. Я рада, что я увидела знакомые лица вот именно в ее классе, потому что больше молодых людей там. Мой Дэнни также хорошо, что малыш спал, но с другой стороны, он говорит, я тут, честно говоря, говорит, ты пойдешь, говорит, тут ты нормально выглядишь с ней, тебя никто за бабушку не примет. Говорит, а я пойду, буду опять это, меня за дедушку принимать или еще что-то. И я, кстати, поговорила с одной вот, вот этой учительницей, ей тоже где-то, наверное, за 50, за 50 или 50, и они усыновили два мальчика. Она не смогла родить. И говорит, что говорит, трудно быть мамой в этом возрасте, потому что меня принимают за бабушку. Так что она прекрасно понимает моего Дэнни. Так что, говорит, ну что ж, Дэнни, тебя всегда ты будешь молодым. Благодаря нам. Женился на молодой, фертильной женщине. Ладно. А сейчас мы, наверное, остановимся около Макдональдса. Я покормлю девчонок, потому что уже 7. Я точно готовить ничего не буду уже. И придем домой и будем готовиться к школьной неделе. Поехали. Друзья, у нас уже дело идет ко сну. Я буду закрывать влог. Огромное спасибо, что вы побыли с нами. За ваш просмотр, поддержку, подписку, лайки. Если вы новенький, оставьте комментарий, скажите привет. Буду очень рада. А вам я желаю спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.